прошлой серии. Сколько всего сне, сколько всего сне. Челси, тебе подменить, а то еду есть. Нет, я хорошо дремаюсь. Дальше танцевать. Что это было, девочки? Вы мешали мне спать! Упс. Переключай на уф. Это закончилась песня. Я не поняла, это девочки. Мув, вы надо мной издеваетесь? Суть, но ты везёшь, вы меня слышите? Когда вы нормально, всю ночь мешали. Всё! Выключи! Ну что это такое, девочки? Всю ночь мешали. Топот, топот, грюк, хрюк, хрюк, хрюк. Ладно, футбол так. А вы что? Мам, мы хотели потанцевать. Потанцевать мы не хотели. Могли предупредить. Я вам такое устроила. Такое, что вы никогда не забыли. Это в плохом смысле? Нет, в хорошем. Я вам устроила такое, чтобы никому не мешало. Чтобы вы танцевали. Чтобы у вас было много подруг. Чтобы у вас было не вот это вот. Что вы сделали? Вы убили комнату. Ну ладно, давайте уже на новую серию переключаться, в новую историю девчонок. Ладно, пока. Из этой истории и привет новой истории. Потому что трейлеры они больше не могут крутить. Мама устала. Так, девчонки. Вы хотели на себе праздник. Хороший, да? Нормальный. Не как в тот раз. Да, мамочка. Пожалуй, мы хотели бы. Я вам настоящий танцпол купила. Я вам, не знаю, какую-то комнатку отделила. Я вам, ну, не знаю. Что это было тогда в тот раз? Ну, ладно, давайте. Сначала пишем приглашение на всякие объявления. Готово, много-много. Пойду развешу. Уху, у кого-то праздник, приду. Пойду собираться. И так сотни людей. Ну что, убирайте кровать. Музыка, проверим. Ой. Кажется, ее не будет, наверное, в этом видео. В смысле, не будет, мама?